Все, они могут. Сейчас будут стрелять. Раз. Два. Три. Четыре. Давайте сразу залечимся. О, чуть-чуть, да. Чуть-чуть подлечились. Дуда плей. Всем привет, ребятки. Вы на канале Дуда Плей. Продолжаем играть в игру Hills of Steel. Давайте выберем наш мощный танк. Самый мощный, который здесь есть. Который я открыл, да. И отправляемся в бой. А ну-ка сейчас посмотрим, кто тут. Тут уже, вот, чувак какой-то едет. На, получай, еще один удар тебе. Все, отдыхай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько вас же много, ребята. Я с вами не справлюсь, мне кажется. Надо будет встать здесь на холме и ждать, пока вы подъедете, а вы не едете. Почему вопрос? Так, а ну-ка, давай. На! Еще один удар. Так, а это чуваки стоят, типа они могут проехать, что ли? Че, серьезно, что ли? Где-то тут застряли. На, получай. Типа застряли. На самом деле они не застряли, они ждут, пока я подъеду поближе. Они же хитрые, как вот этот. Тоже стоит такой, ждет. Так, малышок, иди отсюда. О, бежит, бежит, стреляет. Ё-моё. Хорошо, что хоть сильно меня не ранил. Так, о, второй. Такой же дурачок. Да, теперь у меня половина здоровья. Это что, нормально, что ли? Ой, так, еще один. Ё-моё, давай еще стрельни меня. Да, конечно. Подожди. На, получай, еще один ударчик. Так, вот едет еще чувак. Тихо. Давай поближе подъедем. Есть. Хотя бы не так сильно меня побил. Что у нас здесь? Танк. Танк стоит, типа подняться не может. На самом деле, все они могут. Сейчас будут стрелять. Раз. Два. Три. Четыре. Давайте сразу залечимся. Вот, чуть-чуть, да. Чуть-чуть подлечились мы. Нет, смотри. Гад стоит и не подъезжает ко мне. Я там спрятался, значит, аккуратненько. Стою, жду его. А он ничего не хочет предпринимать. Как вот этот, видишь, едет. На, раз. Два, готов. Готов, танк был большой. О-о-о, сейчас начнет пасхальными яйцами стрелять. На, отдыхай. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Так, здесь я буду на холме ждать. Раз. Два. О, бежит, бежит, чувак. Смотри, а. Что творит, а? Все, отдыхай. Так, этого сейчас щелкнем, подожди. Так, и ждем, едет у нас босс. Зайчик такой. Пасхальный зайчик. Кстати, ребята, поздравляю с праздником. Давайте я его щелкну сейчас. Ой-о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 й. Тихо. Все, уничтожили мы. Босс повержен, ребята, хорошо. 20 монет заработали. И получаем звезду. Теперь можно открыть ящик. Посмотреть, что в ящике. Так, кобра и авиаудар добавили. Давайте дальше. В пустыне. Теперь у нас бой в пустыне, ребята. Будем сегодня открывать ящики. Да. Так, ой-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 ой. Тихо. Тихо. Сейчас я подъеду. Щелкну. Так, попадание есть? Да. Все, уничтожили танк. И где-то здесь тоже сейчас мы подъедем. Вроде бы вертолетчиков нету. Но... О, тихо. Что-то ты это активничаешь. Ты тоже давай. Ё-моё. Смотри, он меня как подранил, да, немножко? О, тихо. На! Давай сразу эту защиту подлечимся. Вот, немножко подлечились, хорошо. Так, дальше едем, смотрим. Так, подъезжаем. Так, кто там стоит? Никого нету. Странно. И тут никого, смотри, интересно. А, едет все-таки, едет. Только я подъехал, и этот начинает свое движение. Сейчас мы посмотрим, кто тут еще будет.
Так, монетки забираем. Вертолетчики, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как я их не люблю. Сейчас надо будет в него стрельнуть. Раз, два. Так, тебе тоже отдыхай. Ой, вертолетчики, как же я вас обожаю-то, а? Так, а ну тихо. Хватит стрелять в меня. Так, пасхальные яйца, иди нафиг отсюда. Есть. Так, а здоровье-то уже у меня нехорошее, половинка только. Так, вертолетчик, смотри, неугомонный, а. Их тут два, два вертолетчика, ё-моё. Как же мне вас щелкнуть-то, а, ребята? Тихо-тихо-тихо-тихо. Обстреливают, обстреливают. Так, давай этого щелкнем. Опа. Так, вертолетчики, алло. Так, один мимо. Так, давай, давай, сейчас мы здесь их подождем. Так, одного подбил. И второго. Ай, второго не получилось. Ладно, сейчас он подъедет. Сейчас, 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 сейчас. А, мимо. Есть, подбили. Подбили. И у нас вот главарь едет. Летит даже, так сказать. Раз, удар. Тихо, 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 тихо. Так, давайте сюда подъедем. Сейчас он будет лететь. Раз, удар. Сейчас еще один. О, последний удар к нему. Кто кого, да? Есть. Уничтожили, ребята. Совсем чуть-чуть было здоровье у меня. Ну, хорошо. Мы его подрезали. А, давай посмотрим, что у нас. О, нам еще одну такую звездочку. Еще откроем сундучок. Так, в джунглях. В джунглях. Ну, в джунглях не так сложно, я думаю. О, нет. И тут вертолетчики, смотри. Да, ну нафиг. Ладно, сейчас мы его подождем, будет возвращаться. Щелкнем. Есть. С одного удара. Вообще нормально. Красиво. Так, кто там у нас еще? Где-то здесь у нас должны быть танки. А вот едет, едет танк один. Сейчас мы его подождем. Так, мимо, да? Так, ё-моё. Так, все равно не попал. Есть. Прямое попадание. Так, давайте посмотрим. Никого. Так, вертолетчик сейчас будет. Ага. Вертолетчиков нету. А, может быть, с этой стороны? Нет никого, ладно. А, нет, едет. Летит. Летит вертолетчик. Сейчас подъедет еще. А, мимо. Ё-моё, я слишком рано стрельнул. И мне за это, конечно же, очень нехорошо сделаются. Во-первых, вот эти вот танчики стоят, стреляют. На, еще один удар. Так, и вот этот вертолетчик сейчас. Ой, как он меня стреляет. Ё-моё. Так, давайте подлечимся сразу. Чуть-чуть. Плохо, что мало так лечится. Мы даже половину не прошли до звезды. Что за дела? Так, ты мне тут еще будешь стрелять. На, получи. Так, тихо. Держи. Кто там у нас? О, едет, смотри, чувак. Ё-моё, ты в меня прям стреляешь, а, гад. Какой, как далеко, смотри, он дострелял меня. Так, опять он у нас. Серединка у нас. Это очень плохо. О, нет, вонючий случай, а. Вонючий случай. Это вообще сложно. Очень нехорошо. Так, эти стреляющие. Ладно, я вас не буду трогать. На, получи, чувак. Отдыхай. Так, этих тоже сейчас я пощелкаю, не знаю. Получится, да? Получилось. О, на, ой, двое у вас. Ё-моё, давайте я вас щелкну. В одного попал только. Так, этот мины свои бросает. Так, я сейчас вас... Оп, кого-нибудь. Так, ребята, вы это сильно не это самое. Не нагнетайте обстановку. У меня тут проблема с вертолетчиками. Все, подбил я их. Но здоровья у меня осталось очень-очень мало. Этот сейчас начнет стрелять. Что же делать? Ну, давай немножечко поднимемся. Нет, либо назад, может быть, он сможет проехать. Сейчас посмотрим. Мы отъедем подальше. Подальше и подождем. Так, здесь у нас нельзя ехать, да, дальше? Ладно. А посмотрим, что он за это время сделал. Может, подъехал поближе? Навряд ли, да?
Нет. На. Так, спасибо. Две штуки, да? На, ё-моё. Всё. Уничтожил меня, да? Гад. Ну, а мы приближаемся к новому званию. Потихонечку. Потихонечку, понемножечку. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.